97% предвыборных обещаний партии «Аманат» реализовали в Кызылординской области. Об этом рассказали на отчетно-выборной конференции областного филиала. На собрании наполовину обновили состав первичных партийных организаций. Кроме того, рассказали, что за отчетный период в общественные приемные поступило более 8 тысяч обращений от граждан. 65% из них нашли решение. На мероприятии присутствовал и секретарь политобъединения Ержан Жилкобаев. Отремонтированы дороги и мостовые переходы. Доля дорог местного значения в нормативном состоянии достигла 82%. До конца года она достигнет 87,5%. Это отражено в дорожной карте по выполнению нашей предвыборной программы. Уровень обеспеченности центрами питьевой воды в области достиг 98,1%. До 2025 года область будет иметь 100% покрытие в нашей программе.